Молодежь Нижнекамск Нефтехима за здоровый коллективный иммунитет! С таким бодрым настроем сегодня молодежные лидеры Нижнекамск Нефтехима посетили поликлинику «Сагаз Медицина», чтобы вакцинироваться от COVID-19. Переболеть вирусом или сделать прививку – это личный выбор каждого. Однако медицинские работники рекомендуют населению пройти вакцинацию. Ведь только выработав коллективный иммунитет, можно победить эту страшную болезнь. Обращаемся к молодежи, чтобы они обратили серьезное внимание на то, что надо прививаться. Ну, слава богу, есть отклики, молодежь уже пошла. Они понимают важность вакцинации, и работа продолжается. Инструктор по физической культуре управления железнодорожного транспорта Нижнекамск-Нефтехима Анжелика Малышенко сегодня сделала первую прививку. Но перед тем, как получить вакцину, она честно ответила на все вопросы анкеты. Затем осмотр у терапевта. Специалист проводит необходимые процедуры, подробно расспрашивает о состоянии здоровья. У нашей героини температура тела в норме и нет противопоказаний. Она допускается к получению вакцины. Хранится спутник ВИ в морозильной камере, а саму процедуру проводит специально обученный медицинский работник в отдельном прививочном кабинете. На сегодняшний день в Сагаз Медицина привито 12 538 человек. Ни одного осложнения не было. Значит, после вакцинации единичные были случаи, когда температура 37,5-7, один вечер, но на завтра ничего нет, абсолютно спокойно, человек идет на работу, все хорошо. После вакцинации всем желающим отдел по работе с молодыми специалистами Нижнекамск-Нефтехима вручает специальные значки, на которых указано, что ответственный сотрудник предприятия привит от коронавирусной инфекции. Я сегодня сделала вакцинацию от COVID-19. Теперь я могу быть спокойна как за свое здоровье, так и за здоровье своих близких. Прививку перенес очень хорошо, отношусь к прививке очень положительно. Мы с молодежным активом считаем, что вакцинация – это один из путей приобретения коллективного иммунитета. Благодаря руководству Нижнекамск-Нефтехима есть возможность для нашим работникам сделать прививку. Для этого есть все условия, есть и поликлиника, по объему поликлиник есть медицинские пункты, привычные кабинеты, выездные бригады работают. Пройди вакцинацию, выбери здоровье. Позаботься о здоровье своих близких. Чтобы от ковида не свалиться, нужно вовремя привиться. Защити себя и своих близких. Не будет в жизни вашей бед. Вакцина – ваш иммунитет. Страшна не сама болезнь, а ее последствия. Товарищи, больше медлить нельзя. Спутник от ковида спасет тебя. Алия Салахиева, Фахри Исламов, Н-Медиа.